Аппетитный аромат традиционно привлекает к прилавку компании «Икра и рыба Камчатки» десятки покупателей. Очередь здесь практически никогда не заканчивается. Все дело в большом разнообразии и высоком качестве продукции. Белуга, клыкач, нерка, окунь, чавыча, корюшка, омуль, палтус – всего более 35 видов морских деликатесов. Вся продукция доставляется прямиком с Камчатки, но при этом не подвергается глубокой заморозке. То есть в каждом кусочке рыбы сохраняются все самые полезные витамины. Рыба только натурального копчения. Коптят ее на дубе и ольхе сразу после вылова. Омуль я купила и нерку. А омуль вообще чудная рыба. Я когда-то на Байкале жила, поэтому ей цены нет. Я не первый раз беру здесь все время. И все равно очень хорошая продукция. И консервы очень хорошие. И так покушать, и если вот там что-то сделать, очень хорошая продукция. Мы всегда довольны. Спасибо им, что приезжают и привозят нам. Консервы из Усть-Камчатска. Внутри кусковое мясо в собственном соку без добавок. Большой популярностью у покупателей пользуется и слабосоленая сельдь из Алюторского залива. Ее продают прямо из дубовой бочки. Селедочка с Алюторского залива, ну, можно сказать, что она самая лучшая селедочка. Там прям слой жира идет, и мясо внутри белое, очень нежное-нежное. Солится по специальной технологии, что ее можно даже замораживать. Ну и, конечно, куда без качественной ароматной красной икры. Этот продукт украсит любой стол. Компания «Икра и рыба Камчатская» ждет своих покупателей на выставке «Продукты питания» в отеле «Жемчужина». Она работает по 25 марта с 10 до 19 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.